у петербуржцев выходит тройка Хуснутдинова. Вместе с ним Хайрулин и капитан команды Яшкин у ЦСКА, Соркин в центре первого звена. И вместе с ним Григоренко и Мамин. Нестеров. Опа! Открыт счет первым же броском. Проживает под Ебольского. 13 секунд прошло лишь всего от старта этого матча. И шайба влетает в ворота армейцев Петербурга. Конечно, как ЦСКА играет перед воротами, вот в целом команда, мне кажется, так не играет больше никто. Потому что сколько важнейших голов Каменев забивал под правлениями. Сейчас Соркин.